Ambasadorul Rusiei la București nu exclude un conflict militar la Marea Neagră. Citez, drumul este plin de amenințări. Este declarația făcută de Valeri Kuzmin într-un interviu recent. Haideți să vedem. Sancțiile Советului de Securitate, Евросоюз и некоторые другие государства объявили незаконные санкции в отношении Российской Федерации. Вы их называете эмбарго. В ответ Российская Федерация приняла контрсанкции, точнее контрмеры, которые касались прежде всего сферы сельского хозяйства, агрокомплекса. Несомненно, это был фактор, который осложнял наши отношения. Исходим из того, что ответственность за эти решения несет только Евросоюз. Мы к этому никакого отношения не имеем. Вот. Россия довольно успешно переориентирует свои внешнеторговые связи на других партнеров, на Востоке, например, на Китай, на Латинскую Америку, на Африку. И в этом